Привет! По многочисленным заявкам экскурсия по моему залу. Зал делал я года 4, собирал. Значит, всем, кто интересуется, где же зал, дальше только крыша. Выход на крышу, он перекрыт всегда, поэтому здесь мы никому не мешаем, ничего не нарушаем. Значит, площадь зала 2 метра на 2,30. Основу зала составляет силовая рама. Силовая рама, видите, вот такая вот. Неплохая, она не очень большая, не очень маленькая. На силовой раме основной снаряд, это, конечно, вот штанги у нас, видите, это Аполлон-Аксель. Аполлон-Аксель, который для хвата я использую. Делаю становую тягу, но не в полной амплитуде. Не в полной амплитуде. Вот, я пускаю сюда. В прошлый раз, когда я снимал видео, многие переживали, что штанга упадет. Здесь ограничители, ребят. Она не падает. Значит, здесь подставка для приседаний, то есть можно снять вот эту приспособу, поднять наверх и поприседать, если есть необходимость. Пока у меня здесь тренажер для накручивания, колодец так называемый, двигайся сюда ближе. Значит, что у нас тут? У нас штанга для подъема на бицепс. Видите, вот прекрасная такая штанга. Это гирьки маленькие. Это не мои, это сынули, который сейчас снимает. Ой. Когда он маленьким занимался, он начинал с этих гирек. Значит, дальше пара гантелей, покажи их хорошо, с красными расширителями. Это я выполняю с ними упражнение подъем молоток на бицепс, это для хвата. Потом там дальше еще гирьки стоят, вот в самом углу серую гирьку, покажи серую. Угу. Вот эта серая гирька, братцы, я ее привез лет 6 назад с Украины. Это двухпудовка, царская еще, она с вензелями. На самом деле ручка очень неудобная, она маленькая, у меня рука просто не проходит. Ну, как память я ее взял. Дальше, что мы используем? У нас, естественно, вот все вот эти вещи, вот обратите внимание, это все для хвата, это для щипкового хвата, опять же хват, резина для разминочки, всем все понятно. Значит, давай посмотрим вот здесь вот гири, покажем. У нас есть гири 50 килограммов, 60 килограммов, 70, еще одна гиря 50, 32, 24. Вот эта гиря 32, которую я накручиваю. Значит, вот полтинником я работал. 60, честно говоря, я только взваливал на грудь, поднимал. Вот, так, двумя руками. Вот, а 70, она стоит просто как украшение. Но ко мне пару раз заходили тут такие монстры настоящие. Вот они баловались этим снарядом. Ну, так достаточно успешно. Вот мои любимые гантельки для дельт. Я вам их уже показывал. Приспособа, опять же, для щипкового хвата. Видите? Вот. Держу. Вот. Это те, кто занимается хватом и эспандерами. Тех, кто на страж. Пока эспандеры все грызу, сейчас доставать не хочу. Угу. Вот. И вот эспандером сжимаем вот здесь. Получается такое упражнение, типа Silver Bullet называется. А сюда вес набираем, какой нам необходимо. Значит, дальше. Гантель, которой я работаю сидя, вот стул у меня, и вот с упором колена работаю, вот этой гантелькой для хвата, опять же, приспособление для прокачивания шеи, ну понятно, как им пользоваться, хватовой тренажерчик для хвата и Rolling Thunder, видите. Потом вот этот блинчик я использую, это болтосик, я использую его для щипкового хвата, он у меня здесь отдельно стоит. И предмет особой зависти всех моих друзей, это гантели, которые можно, по-моему, от 6 килограмм, но я не пользовался, до 25. То есть, раскручиваешь, они заменяют гантельный ряд. И подарок господина Зубринова, две прекраснейших цепи. Я с ними приседаю, накидываю на себя, делаю приседание. Пройди сюда, пожалуйста. И разворачиваемся, чтобы не было тоскливо. У меня здесь телевизор. Тренажер, кардиотренажер, ну и, естественно, три упыря каких-то, я не знаю, кто это, но двоих узнаю, Кравцов и Касат, третьего не знаю. Братцы, вот такая экскурсия по залу, ну пояс висит еще так по мелочи, я вроде ничего не упустил. На самом деле, господа, 2 на 2 метра достаточно, чтобы собрать. Это не за день собирался зал, не за день, 4 года я его комплектовал, и жизнь показала, многие говорят, вот дома не могу все составить. Я не могу сейчас заставить тратить время. Мне поход в зал, вот у меня зал был через дорогу, здесь фитнес-центр прекрасный, но уже просто вышел, помылся, вернулся, помылся, зашел без тренировки, час потерян.
А так я из квартиры выбежал на последний этаж, поработал, сбежал, душ принял, убежал на работу. Но сейчас убегать некуда, поэтому я убегаю в подземный гараж, где у меня зал для единоборств, который, если вы захотите, я для вас тоже сниму. Всем прекрасного дня, будем жить, братцы. Если у вас есть что снять, есть какой-то крутой свой зал, вот прям крутой, крутой не в смысле денег, а крутой в смысле вложенной в него души, снимайте, пишите мне в директ, и мы будем у меня выкладывать, делиться своими знаниями, делиться с нашими друг с другом. Может быть, это кому-то поможет. Удачи!